Он тебе как там сказал-то? Чего? Типа, что ты ездишь? Ну я там заехал-то немного в подъем. Там, там в конце, когда мы все проехали, я начал потихоньку спускаться, и там мужик подошел. Вот это, да? Вообще левый. Не судья даже. Да, в пролете мы хорошим идем. Если Глеба накатит, все шикарно будет. Максим на втором этапе сдох. Ну, подъем он реально... Никогда не шел. Ну, просто, честно говоря. Четвертый? Нет, не четвертый. Там первый же, вдвоем, который оторвались. Давай, давай! Там еще давай! Отключи! Вон еще ребята бегут, видишь. Что, на финиш поедем? Почему? Здесь? Ну, Влад нет, пройдет. Потом, когда... Ну, Влад пройдет, да. А у них же там в конце подъем перед финишем? Да. Я уже сработаю здесь выехать. Две минуты прошло. Это я нажал позже, когда лидеры еще проехали. Ну, обидно. По сути, подъемы это даже не крутые. Ну, ну затяжные, но не такое. Там еще в конце подъем. Ну там-то так, на скорости выйти можно. Ну а у них спросил там вот этот пацан, который будет с финишем. Они сказали, что когда заедешь, офигеешь. Там, ну, как будто тоже. Чё, где Глеб-то, ёшкин? Сейчас поеду. Три минуты лидера проиграем. А первый сколько было? 40 секунд? Саша, 40 секунд. Ну вот так и ловим. Глеб, давай, давай, давай! Давай, оп, 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 финиш уже осталось, а немного, толкайся! Давай, давай, давай! Его эти догнали. Да.